Мы наконец добрались до первой части нашей экскурсионной программы «Каир 2 дня». После 8 часов в автобусе из Шарм-эль-Шейха, из которых 1.5 часа езды по пробкам Каира, мы наконец сделаем остановку возле парома Андрея, куда нас приглашают на ужин и вечерний круиз по Нилу. Нас разместили в тесноте в ресторане на первой палубе вместе с европейцами и китайцами. Когда все расселись, мы по команде по очереди по столам пошли набирать еду. Здесь был шведский стол, на выбор небольшое блюдо так себе. Напитки платные, но вода бесплатная, бутылку поставили каждому на стол. Из развлечений живая музыка и возможность подняться на верхнюю открытую палубу, чем многие воспользовались через 10 минут ужина, потому и столы были свободные. Мы тоже поднялись на верхнюю палубу после десерта. Там было прохладно, и рассмотреть Каир в темноте и редких огнях набережной было невозможно. Потому мы спустились вниз в ресторан, где продолжение шоу-программы стало поинтереснее. Нас ожидал танец живота и танец юбка.